Вообще в идеале в торговом зале не устраивать каких-то больших собраний или там, дружеских бесед, когда есть покупатели. То есть часто, наверное, видели такое, что стоит какая-то группа менеджеров, например, там, в мебельных магазинах или еще что-то, и клиент, ну, они стоят, например, обсуждают что-то, не знаю, вчерашний фильм или какое-то мероприятие, и клиента такой невзрачный может там подняться на эскалаторе, просто походить, что-то посмотреть, и вы такие думаете, ну, как-то он там стрёмно одет, может, не будет покупать, там, случайно к нам в отдел зашел и так далее. И, в принципе, ничего не происходит, он там походил и спустился на эскалаторе вниз. И, в принципе, может быть, он подумает, что там, меня не заметили, я там неудовлетворен остался. Вариантов множество. Но, в самом деле, может быть, клиенту просто неудобно будет вас отрывать там от какой-то беседы, если вы там просто общаетесь, хохочете, например, или какое-то у вас реально важное обсуждение идет, то есть клиенту может быть неудобно вас отрывать. В самом деле, в идеале лучше понимать, что клиент всегда прав, и какой бы ни был клиент, вы могли отвлечься, подойти просто поздороваться, да, и просто переключиться на другую тему, либо, так сказать, рассосаться, что зашел клиент, и вы, в принципе, начинаете работать, и с ним там это. Никто не говорит, что нельзя общаться с коллегами, это нормально, главное, чтобы не было определенной жести. Ну и важно всегда уделять внимание клиенту. Ну и тут важно понимать, что всегда можно будет найти время пообщаться с друзьями и коллегами, никто не против этого. Ну, адекватные руководители. Но вы никогда не можете знать, когда войдет новый клиент и когда он идет, и получится ли вам его вернуть. Поэтому лучше уделить внимание именно к тому, что зашла ваша работа, либо потом уже обсудить какие-то нужные, интересные вам вещи.